Здорово, подписчики. Опять я приехал. Сейчас хочу порыбачить. Попробовать. Будем рыбачить здесь. Друзья, смотрите, кого я поймал. Козлик. Козлик клюнул. Класс вообще. Офигеть, офигеть. Красавец. Ах, красавчик. Смотрите, какой козлик, бля. Офигенный. Обалдеть, козлик. А? Клёвочка, вот. Карасик. Эх, карась, карась, клюнул карась. Смотрите. Эх, красавчик. Ох, красавец, карась. Эх, красавчик, с ладошечку какой. Рыбешечка. Очень мелкая. Но ничего. Маленькая густерочка. Клюнула. Опять поклевочка. Ну, карась. Еще один. Караси. Так-то. Опять густера. Опять густерушка, друзья. Сразу только закинул и поклевка. Только закинул и поклевка.
Карасик. Еще один. Очередной карась. Сегодня классный день, друзья. Очередная поклевочка. И опять карасик. И снова карась. Сегодня денек классный, удачный. Вообще обалдеть. Так что будем ловить дальше. После дождя солнышко. Поклевочки хорошие. Веленькая тараночка. Мелочушка вообще. Ничего. Хорош. Что-то походу хорошее. Ух, карась хороший. Карась хороший. Пакет какой-то прицепился. Ух, карасяка. Это уже получше. Жадно заглотил. Получи, карасик. Мелочушка. Приятно, таранка. Это хорошее что-то. За спину поймал. За спину споймал, кажется, как будто тянуто ковок огромного. Да, жесть. Ай, ушла тарань. Хорошая была тарань. Ну что, друзья, настал ответственный момент, как всегда. Во. В этот раз класс поболее.
карасики покрупнее. Бомба. Ну что я хочу, друзья, сказать? Ставьте лайки, пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Это дает мне больше мотивацию дальше снимать ролики, ездить на рыбалку, показывать вам данное видео. Так что всем удачи, всем пока.